сегодня расскажем, как Абаканка получила работу-мечту. Путешествовать, тратить деньги и получать за это зарплату. Здравствуйте, меня зовут Александр Тимофеев. Вот что Юг Сибири покажет. Привет, это снова я. Ну, Оля. Которая Антипова. Ну, которой 23. Новая ведущая «Орла и решки» из Абакана. Анастасия Павлова расскажет, как ей это удалось, и примерит на себя роль владелицы золотой карты. Минимальная зарплата с 1 мая будет почти 18 тысяч. Промышленники протестуют и грозят увольнениями. Вот такие кучи снега, что остались после грейдера, мешают нормально гулять по городу абаканцам. Артем Михалков вышел на дежурство и покажет, где работают самые быстрые на этой неделе коммунальщики. Мечты сбываются. Абаканка стала ведущей, пожалуй, главного туристического шоу страны «Орел и решка». 23-летняя Ольга Антипова так хотела попасть на ТВ, что на кастинг отправляла видео целый месяц. Кто она? Наш будущий мировой гид расскажет Анастасия Павлова. Она, кстати, тоже помечтала о золотой карте. Привет, это снова я. Ну, Оля. Которая Антипова. Ну, которой 23. Да. Так как вы решили продлить кастинг, я решила сделать еще одно третье видео, ну, чтоб уже, ну, прям по полной. Эти победные ролики сделали Олю Антипову известной на всю страну. Девушка покорила генерального директора телеканала «Пятница» своей свободой и простотой и напомнила ему ушедшую ведущую Лесю Никитюк. Софья! Я прошу прощения, мы тут снимаем передачу. Перед тем, как в марте нашу Олю также увидят зрители, ей надо пройти обучение. Девушка в интернете пока не популярна. Она не блогер, в инстаграме всего 2000 подписчиков. А сейчас я вам покажу, как Минск готовится к Новому году. Сейчас Оля живет в Минске. В Абакане она родилась и росла до 10 лет. Мы желаем ей удачи, а еще нашему городу. Да-да, Абакан также может засветиться на ТВ. И Оля тут ни при чем. Телеканал «Пятница» выбирает города России, куда приедет «Орел и решка». Абакан сейчас на 5-м месте рейтинга, но фантазировать никто не запрещает. Кто хоть раз смотрел «Орел и решка», желали быть богачом с золотой картой. Вот об этом сегодня и помечтаем. Хочешь президентский номер у гостиницы «Азия»? Пожалуйста. Но чем заняться богачу в Абакане дальше? Может взять «Мерседес» в аренду, поесть в ресторане «Авиатор», смотря на вертолет из окна, а потом на нем полетать на Цена-Шушенская ГЭС, а затем в Казановку изучать хакасскую культуру. Да, вариантов мало. А что думают абаканцы? Мы спросили. Я бы на Цена съездил, отдохнул там. Купила бы яхту и просто по нашим озерам, по заливам. Если заходить, можно позволить без золотой карты. Хоть куда? По нашей Хакасии. На вертолете? Да, ну, полет на вертолете полет можно. На вертолете. Хотя да, вот это с парашютом. Вы съездили к Шиману? Да, я бы тоже. Кажется, это очень интересно. Все это показать россиянам шанс еще есть. На сайте телеканала «Пятница» продолжается голосование. Мы отстаем на 10 тысяч голосов, но если что-то захотеть, все реально. Этому пример новая ведущая тревел-шоу из Абакана. Анастасия Павлова, Евгений Сульбереков, новости, 7 телеканал. В Абакане пока на пляже не позагораешь, но прогуляться можно. Сильные морозы отступили. На предстоящей неделе нас ждет вполне комфортная температура. А к пятнице и вовсе потеплеет. С ночных минус 25 в воскресенье ночная температура поднимется до 17 морозов. В четверг и пятницу будет небольшой снег. Дневная температура тоже будет повышаться. В воскресенье и понедельник до минус 17, во вторник чуть теплее. А к среде уже 11 морозов. Примерно такими градусы останутся до конца недели. Как только вырастет минимальная зарплата, люди потеряют работу, или цены подскочат, или предприятия закроются, а может, все это вместе взятое. Вот такой прогноз для Москвы составило бизнес-общество Красноярского края. Союз промышленников отправил в Министерство труда и соцзащиты письмо с просьбой не торопиться с повышением минимальной зарплаты. Напомним, с начала года в Хакасии, например, нельзя платить меньше 15 тысяч рублей.
А с 1 мая сумма станет еще больше, почти 18 тысяч. Так много получается из-за северного и районного коэффициентов. В Сибири они плюсуются к минималке. Для бизнеса вырастут не только расходы на оплату труда, но и налоги и взносы. Небольшие предприятия будут вынуждены увольнять людей, чтобы перевести их на зарплаты в конвертах. Или компенсируют издержки повышением цен. Тема для бизнеса больная, хотя и похожа на шантаж. Ответной реакции пока нет. В Шушинском районе жители деревни Алтан вышли на защиту своих электрощитков. Буквально закрывают их спинами. А все потому, что энергетики идут отключать свет в домах сельчан за большие штрафы. Как они появились, у алтанцев нотабене рассказывала в декабре прошлого года. И с тех пор конфликт только разрастается. А там пломба эта магнитная горит. Вы, говорит, туда вмешались. Я говорю, да как я могла вмешаться? У нас 3 старика, 3 инвалида живет. Я говорю, не могла туда никак, мы туда не лазим. Вот так сквозь слезы в декабре люди рассказывали нотабене, как Красноярск Энергосбыт впаял им многотысячные штрафы. Суммы для деревенских баснословные. Например, у Виталия Комарова энергетики просят аж 400 тысяч рублей. А причина тому якобы испорченные сельчанами пломбы в электрощитках. Красноярск Энергосбыт уверяет, химичит деревня, не хочет платить честно за потребленные киловатты. Но как проходили эти проверки, людей никто слушать не хочет. Просто отодрал ее, и как бы я говорю, ну давай ее как бы, ну, проверим, экспертизу сделаем. Да, нам тоже оторвал, говорит, вот так выбросил, ну что хочешь, то и делай. А на защиту людей встал адвокат из Курагина. Мужчина говорит, имеет опыт с такими делами. И теперь алтановцы будут судиться с энергетиками. Первое заседание состоится на следующей неделе. Но, похоже, энергетики хотят все решить еще до Фемиды. Написали людям, что отключат свет. Мы сегодня с самого утра с мужем по переменке сидим около окна и караулим, чтобы нам не приехали, не обрезали. Не будем подпускать к столбу к электрическому, к этому участкового вызовем. Будем противостоять, даже на столб пускать не будем. Страх есть, но мы уверены, что мы тут выиграем, и что у нас все будет хорошо. Но вот сейчас пока нужно будет взять себя в руки и быть сильными. Сиротой, которая вместо благоустроенного жилья получила комнату с плесенью, заинтересовались в Следственном комитете Хакасии. Следователи выясняют, а можно ли говорить о халатности и превышении должностных полномочий при выделении квартиры. Напомним, жительнице Усть-Абакана Елизавете Лушкиной местные власти временно выдали комнату в 3-комнатной квартире с еще 2 сиротами. Условия тут плохие, а у Елизаветы маленький ребенок, и девушка боится, что соцзащита отберет малыша. Почему так вышло, чиновники сразу не ответили, позже порывались, но встречу отменили. Зато на следующий день наведались героини. Со слов Елизаветы, сотрудники администрации возмущались, зачем-то пожаловалась на телевидение. А в адрес нотабена отправили письмо, где заявили, что информация в сюжете не соответствует действительности. Однако с кадрами из квартиры поспорить сложно. Угольная пробка в Хакасии. Топливо есть, но везти его не на чем и не в чем. В республиканском бюджете из-за этого недостает 500 000 000 рублей. Решить проблему губернатор пригласил представителей железной дороги, угольщиков и операторов грузоперевозок. Цель – построить новые железные дороги в привязке к Бейскому месторождению. Также продолжать защиту проекта по строительству железной дороги Курагина-Кызыл с последующим выходом в Монголию и Китай. Начальник Красноярской железной дороги Владимир Рейнгард предложил профинансировать проект угольщикам. Промышленники взяли время подумать. Виктор Зимин хочет к середине февраля увидеть инвестиционную программу, чтобы в апреле губернатор мог ее продемонстрировать на Красноярском экономическом форуме. Частный сектор Абакана погряз в кучах снега, дорожники оставили. А в поселке Расцвет жители теперь могут не бояться рухнуть с пешеходного моста. Об этом сообщает мобильная группа. Сегодня она заступила на дежурство. Конечно, расчищенные дороги зимой в городе – это хорошо, согласитесь. Здравствуйте, это мобильная группа. И сегодня мы начинаем свое дежурство на улице Таштыпская. Здесь вот такие кучи снега, что остались после грейдера, мешают нормально гулять по городу абаканцам. Нагребают и не убирают. Соседи быстренько, кто такие сильные, выходят, и мужчины убирают сами, а кто нет, так и живем. Хорошо, нынче еще не так много снега. Ставим план эту улицу, просто сами понимаете, за раз, допустим, за 2 часа или за 3 часа мы не можем весь снег вывести тут.
В общем, если погода не подведет, то есть снега не навалит, то к концу месяца таких куч вдоль дорог уже не будет. Ну, по крайней мере, на улице Таштыпская. А сейчас мы приехали в Черногорск на адрес Калинина 19А. Накануне тут была коммунальная авария. Дом был окутан паром, а в помещениях влажность была такая высокая, что камера запотевала за считанные секунды. В квартирах как в тумане. Хуже всего пришлось хозяевам квадратных метров на первом этаже. Как раз там сконцентрировались пар и сырость. Владелец стоматологии говорит, отменила все приемы. Оборудование и медикаменты не терпят влажности. Пол и мебель вздуваются во всем доме. Конденсат капает с потолка. Рабочие энергокомплекса приехали. Откачивают из подвала воду и ремонтируют трубы. Но когда планируют закончить, не сказали. Причина – износ трубы. Есть столько жилет, сколько и самому городу, говорят специалисты. Все проветриваем постоянно, как бы все открыто на сквозняк. Ну, влажность еще небольшая присутствует, и как бы запах этот подвальный. Ну, думаю, только с понедельника в лучшем случае. Потому что установку еще не включали, как отреагирует оборудование. Там сделали все, чтобы это, чтобы не парило? Починили? Или? Ну да, вроде как, все починили. Все починили, да? То есть уже все, не парит ничего, все трубы сделали, да? Ну да, вроде. Ну и напоследок мы приехали в поселок Рассвет, на пешеходный мост. В понедельник мы здесь были, и переправа была в ужасном состоянии. Ну, страшно, конечно, да. Да. Угу. Ну, так как я в город часто езжу, поэтому приходится ходить. Угу. А вот он давно вообще в таком состоянии? То есть... Ну, вообще, да, давно. Поселковый, да, мост? Да, это поселковый мост. Местные власти мост отремонтировали, заделали поврежденные участки, выровняли его, закрепили, чтобы не болтался. В общем, по нему сейчас можно ходить и не бояться, что он вот-вот развалится. А на этом мы с дежурством заканчиваем. Для вас работали корреспондент Артем Михалков и оператор Денис Тимербулатов. Делитесь новостями по телефону 222 700 или пишите нам на сайт сетевсем.ру. Прокурор из Хакасии Денис Попов переезжает в Дагестан, если президент не будет против. Дагестанские депутаты кандидатуру утвердили, осталось дождаться подписи Путина. Кто в Хакасии заменит Дениса Попова, пока не ясно. Далее еще 5 коротких новостей. В Абакане маршрут номер 3 пополнился автобусами. Ввести дополнительный транспорт администрация города решила после многократных жалоб жителей. Мэрия планирует, что 8 автобусов будут ходить с интервалом в 10 минут. 4 февраля в культурно-досуговом центре Абаканской воинской части пройдет концерт «Горячий снег». Он посвящен 75-летию Сталинградской битвы, информирует сайт Минкультуры. Выступят солисты Абаканской филармонии и коллективы художественной самодеятельности. Спортсмены Хакасии успешно выступили на чемпионате первенства России по кикбоксингу. Соревнования прошли в Челябинске. В каждой категории наши спортсмены заняли призовые места. Публикует Министерство спорта Хакасии. Спортивный арбитраж в Лозанне отменил пожизненное отстранение от Олимпийских игр 28 российским спортсменам. Тем, кого на Сочи 2014 отстранил за допинг Международный олимпийский комитет. Результаты оправданных атлетов также восстановлены, публикует Росбал. Жители затопленного Парижа передвигаются по улицам на вейкборде, пишет ТАСС. Из-за затяжных дождей сено вышло из берегов и затопило город. Но нашлись те, кто отреагировал оптимистично и рассекает по столице на доске. Спорт-отель зовет всех поиграть в кёрлинг, обещает научить. Через минуту подскажем, куда обращаться. Лечение опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы, органов дыхания и центральной нервной системы. Скидка 10% на путевки. Санаторий-профилакторий «Металлург». Красивая, современная, элегантная. Она выбирает одежду в центре моды на каждый день и для особых случаев. Для детей и взрослых. Вяткина 2, база «Контакт». Елена Воробей, Оскар Кучера, Дмитрий Орлов, Ирина Климова и Джамал Татурашвили в комедии «Мужчина с доставкой на дом». 9 февраля в Русском драматическом театре. Это новости, продолжаем. Квартиры в Абакане подорожали. Красноярск-Стат сравнил цены, что были в столице Хакасии два последних года.
Речь о четвертых кварталах 2017 и 2016 годов. Повышение задело только новостройки. Цены прибавили в среднем 3,1%. То есть типовая однушка в 38 квадратов подорожала на 37 900 рублей. Однокомнатная квартира улучшенного качества в 55 квадратов накинула 67 650 рублей. На территории отеля «Гладенькая» можно попробовать себя в необычном виде спорта. С 5 февраля там начнется подготовка к любительским соревнованиям по керлингу. Принять участие могут все желающие. Керлинг не требует серьезной физической подготовки. Две недели опытные спортсмены будут тренировать всех, кто придет. 17 февраля новоиспеченные керлингисты выступят в итоговом турнире. Для этого нужно собрать команду из 4 человек. Организаторы уверяют, мест хватит всем. Соревнования будут проходить в 2 этапа – отбор и финал. Такие состязания были в прошлом году. Участники остались довольны. Победители получат сертификаты на проживание в спортотеле с пакетом услуг. Заявки оставлять по телефону 8-923-393-33-00. «Хакасию» вновь посетит Московский театр «Мьюзик Холл», на этот раз с премьерным спектаклем «Мужчина с доставкой на дом». Он пройдет 9 февраля в Абаканском драмтеатре. Жители Саяногорска увидят премьеру 11 февраля. Слушай, даже костюмчик тоже, да? Тема спектакля – пьеса «Спасибо, Марго» Валерия Мухарьямова. Комедию недавно ставят на российской сцене, тогда как за рубежом она популярна много лет. Взбалмошная героиня привыкла манипулировать окружающими, как ей вздумается, но на этот раз все пойдет не так, как она планировала. Сюжет представляет собой череду недоразумений, неожиданных, трогательных и смешных. Радует актерский состав. Оскар Кучера, Дмитрий Орлов, Джамал Тетруашвили и Елена Воробей. Эту артистку зритель привык видеть в комическом пародийном жанре. В спектакле же у Елены серьезная драматическая роль. У леопарда Валеры в Приморском национальном парке звери украли добычу, пишет «Известия». В объектив фотоловушки за короткий промежуток времени попало 7 видов диких животных. Тигрица с котятами-подростками, олени, сам Валера и несколько хищных птиц. Сотрудники парка предполагают, что леопард устроил тайник, куда спрятал свою добычу. Это и привлекло других животных на пиршество. Будет ли комфортно гулять по лесам и паркам Юго-Сибири в субботу, расскажу через минуту. «9 февраля в Республиканской филармонии состоятся благотворительные представления Московского цирка, посвященные Международному дню помощи онкобольных детей. Начало в 18 часов. Билеты уже в продаже. Безопасные автокресла в детском супермаркете «Экстра» на Пушкина 99Б. «С» как русская, «ТВ» галочкой, собака «Сити7.ру». Больше не нужно быть привязанным к компьютеру, но ТБН стало еще ближе и мобильнее. Теперь с помощью WhatsApp, Viber и Telegram вы можете прислать нам свою новость в два счета. Снимите фото или короткое видео с места события, добавьте комментарий и отправляйте к нам. Просто внесите в список своих контактов наш номер телефона 923-020-77-00. Пишите WhatsApp, Viber и Telegram. В субботу в Сорске пройдет второй этап соревнований по лыжным гонкам. Участвовать будут спортсмены 6 возрастных групп. Парад открытия в 12:30. Погода обещает быть солнечной и не очень морозной, как и почти по всему югу Сибири. Все еще холодно в Кызыле, 36 градусов мороза ночью, минус 25 днем. А в других городах теплее, ночью от минус 27 в Абазе до минус 19 в Красноярске, днем от минус 16 в Минусинске до минус 11 в краевом центре. О погоде в Абакане и Черногорске расскажу сразу после информации от генерального спонсора прогноза погоды магазинов постоянных распродаж «Галамарт». Не ждите праздника. Устройте праздник сами. Готовьте подарки для родных и близких заранее. Вместе с «Галамартом». Широкий ассортимент по низким ценам. Автоаксессуары, кухонная утварь, подарочные наборы, текстиль, мелкая бытовая техника, игрушки, галантерея, бытовая химия. Не надо думать, надо брать. Магазин постоянных распродаж «Галамарт». Абакан, Серебряный шар, Черногорск, ТЦ «Адмирал» и ТЦ «Амыл» в Саяногорске.
Послушать стихи в исполнении поэтов-авторов Абакана и юга Красноярского края и пообщаться с ними можно в воскресенье в Национальной библиотеке имени Доможакова. Там в 12 часов начнется встреча «Поэтический полдень», вход свободный. В воскресенье все еще морозно, впрочем, как и в субботу. Ночью в Абакане, в Черногорске, минус 26, днем 18 градусов мороза. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер слабый, 1-2 метра в секунду, с порывами до 7 метров в секунду. На этом с новостями все. Делитесь своими историями по телефону 220-2700. Не забываем смотреть «Нотабены» в прямом эфире в соцсетях, ВКонтакте и Одноклассниках. Онлайн-трансляция есть и на YouTube. Запись остается. Приятных выходных!